Привет, друзья! Меня зовут Вера, и я рассказываю о книгах. Пришло время подвести итоги октября и рассказать, что наш юный читатель предпочитал в минувшем месяце чаще всего. «Сказочные лабиринты» — это красивая книга с прекрасной версткой. Посмотрите, как здесь все лаконично и красиво. Иллюстрации с заданиями, тексты — все так точно подобрано и аккуратно расположено, ну просто мечта перфекциониста. Здесь 25 лабиринтов, каждый из которых посвящен какой-то сказке. От бременских музыкантов и спящей красавицы до Чиполлино, Белоснежки, Айболита и волшебника изумрудного города. С 4 лет уже точно можно предлагать детям. Отличная задумка на фоне многообразия лабиринтов на книжном рынке сегодня и очень неплохой универсальный такой подарок. «Веселые головоломки для мальчиков» — одна из лучших книг с заданиями от издательства «Клевер». Есть еще такая же для девочек, про нее ничего не могу сказать, но вот для мальчишек просто отличная, причем я бы даже девочке такой купила. Это, конечно же, перевод, но очень удачный, все задания со словами и буквами адаптированы, здесь все хорошо. Теме сейчас 5,5 лет, и эта книга просто идеально подошла под его возраст, его интересам, его уровню знаний. Задания увлекательные, разнообразные, что тоже важно. Тут нужно искать отличия, пары слов, нужно разложить картинки в правильном порядке, нумеруя их, разные искалки, филворды, это такие кроссворды, знаете, когда дается сетка с буквами, и в ней нужно найти какие-то простые слова. Потом еще необычное задание, нарисовано существо, части которого состоят из 6 разных животных, и ребенок должен подумать, из каких животных слеплено это чудо. Или дается длинное слово, и из него нужно придумать как можно больше коротких. В общем, хорошая подборка заданий, не скучные, веселые, страницы здесь тоже плотные, краски яркие. Идеальная книга и для повседневных занятий, и в дорогу, в путешествие. Рекомендую. «Тату и Пату. Изобретатели» — это первая книга про братишек Тату и Пату в нашей библиотеке. Кстати, если вашим детям нравятся герои и вообще такой стиль, то совсем скоро в речи выйдет вся серия, а это около 12 книг. Итак, Тату и Пату приехали из Чудландии и убеждены, что в нашем мире нужно все изменить, поэтому они изобретают несколько удивительных машин, которые якобы нашу жизнь улучшат. И вот о некоторых таких изобретениях как раз эта книга. Уже по содержанию понятно, что скучно не будет. Будильно-кормительный аппарат, шлемосипед, пузырь желаний, всяко-бяко-определитель, пипитон. Ну, здесь не пугайтесь, это всего лишь огромное многофункциональное устройство, которое работает над мелкими и хрупкими деталями. Может испечь самый маленький в мире торт, например, ну или подстричь ноготки блохе. Как вам такое? Букопугатель, душеизолятор. Ну, в общем, названия говорят сами за себя. Опять же, полное попадание по возрасту. Рассматривать детали, фантазировать, смеяться над абсурдностью написанного и изобретенного – это наше все. Здесь детальные иллюстрации, они очень четкие, здесь много мелочей, при этом немного текста и очень странные изобретения. Если готовы к легкому, но очень смешному сумасшествию, смело покупайте. Книжка классная, но почему-то мне боязно, что не все родители смогут ее понять и оценить. На мой взгляд, такие вещи развивают фантазию, по крайней мере, они учат мыслить масштабнее, вне рамок и запретов, которыми дети часто окружены 24/7. По крайней мере, нашего ребенка книга совершенно точно вдохновляет, так как у него после прочтения обязательно мастерится и изобретается какая-нибудь удивительная штуковина. И это прекрасно. «Отто и Дюбель строят автомобиль» — книга тоже про изобретение и технику, но уже без выдумок. История про Отто и Дюбеля рассказывает, как устроен автомобиль в доступной для детей форме. У робота Отто всегда 1000 идей. Он изобретатель и отлично разбирается в технике. Но мы знаем, что даже у профессионалов иногда бывают осечки. Дюбель — это робот-пес. Он не говорит, но тоже очень многое умеет, а если чего-то не умеет или не знает, всегда узнает и научится. Однажды друзья решили отправиться в город за какой-то специальной деталью для нового изобретения, но добраться до города было проще всего на машине, машины у них не было, поэтому они решили ее сделать. Сказано, сделано, Отто и Дюбель чертят проект и приступают к работе над автомобилем. Здесь очень классные иллюстрации, многое можно рассмотреть, обсудить, додумать. Я в детстве обожала
изучать комнаты, домики, норки героев, и, кажется, эта любовь передалась сыну тоже. Здесь можно рассмотреть, что лежит в ящиках стола, заметить, что в урне много бумажных комочков, это какие-то, наверное, неудачные проекты, идеи, которым не суждено реализоваться. В крохотном ящичке дюбеля лежит маленькая точилочка, а в тисках зажат банан, и маленькая мышка стоит с тарелочкой и ждет, когда банановая каша упадет к ней вот в это блюдечко. В общем, здесь очень много таких вот моментов, которые не описаны в тексте, но рассказаны иллюстрациями, и это очень классно. Помимо основного повествования о строительстве автомобиля, на страницах есть красные информационные вставки, такие как квадратики. Они рассказывают, как в действительности делается автомобиль не в домашних условиях, а на заводах, из скольки деталей состоит кузов, кто его делает, зачем нужны роботизированные манипуляторы и почему камни, какие-то маленькие, которые летят с дороги на автомобиле, не портят блестящие поверхности. Есть также здесь краткий экскурс в историю, как люди передвигались раньше, почему конные экипажи, кареты были неудобными и так далее. В общем, интересно. А в конце предлагается веселая идея по запуску машинки из коллекции вашего ребенка. Для этого понадобится воздушный шарик, какая-то нетяжелая машинка, пластиковая трубочка и скотч. Просто, а как интересно. Отличная книга, тоже рекомендую всем юным изобретателям 4-6 лет. И совершенно необычный выбор пятилетнего ребенка – это комикс Gravity Falls. Честное слово, никогда бы не купила эту книгу, если бы он сам ее не выбрал. Он увидел ее на фестивале хороших книг, о котором я недавно рассказывала, и целую неделю после напоминал мне, что «мама, обязательно купи мне эту книгу, а вот ты помнишь, мы видели на фестивале книгу, ты мне ее заказала, а она скоро придет». В общем, он ее ждал, но я была уверена, что все это шутки и баловство. Нет. Мы получили эту книгу, и он не расстается с этим комиксом даже после покупки, я не знаю уже сколько, наверное, недели 3, и сам читает, и нас просит читать, ну, удивительно. Книга в суперобложке, внутри несколько комиксов, они не глупые. Я изначально была очень скептически настроена, мне казалось, что это что-то вот про какие-то обзывания, с каким-то нелепым совершенно сюжетом, что-то такое подростковое, недалекое, скажем так. Но нет, как же я ошибалась, это действительно интересные истории, здесь есть и приключенческие моменты, вообще сюжеты классные, есть, конечно, обзывательства какие-то, но они очень мягкие, что ли, до книги про мистера Бяка этой истории очень далеко, вот очень. И качество бумаги здесь отличное, иллюстрации, ну супер, я думаю, что целевая аудитория младшие школьники. Но если вашим детям такое нравится, попробуйте купить хотя бы одну книгу из серии, потому что у нас, ну вот прямо скачок в чтении произошел благодаря этим комиксам. Я только за это ее уже очень люблю и рекомендую. Робот с красной кнопкой – это история про робота Бенни, который был особенным. У него на животе была большущая красная кнопка с надписью «Нажать в случае опасности». Бенни никогда на нее не нажимал, но ему всегда этого очень хотелось. Ему было интересно, что же произойдет, если он это сделает. Он просто мечтал, чтобы наступила какая-нибудь опасность, и у него появилась возможность на эту большую красную кнопку нажать. И однажды эта опасность наступила. На планету Бенни спустились сборщики металла, это такие маленькие пушистые злобные пришельцы из космоса, у которых были, внимание, зеленые попки. Так и написано в книжке, имейте в виду, да. Они искали металл, и если находили, грузили в свою металлодробилку, которая перерабатывала металл в железные чайники. Ну, конечно же, Бенни всех спас, чужаки запрыгнули в свою космическую металлодробилку, улетели прочь, Бенни был победителем. В общем, никакой морали, просто хорошая, интересно оформленная история для детей 4-6 лет. На сегодня это все. Спасибо, что нашли время на просмотр этого видео. Подписывайтесь на мой инстаграм, группу ВКонтакте, пишите комментарии. Все ссылки на книги будут под этим видео в инфобоксе. Желаю вам хорошего дня, берегите себя, свою семью и читайте хорошие книги. Пока!